тут интересно. Юня пошла обследовать свои владения. Гусей выпустил попастись сюда. Ага, она искала ямку хорошую. Понятно. Не будем ее. Идите ко мне. Ко мне идите. Туда не надо ходить. Вот, молодцы. Трава еще зеленая. Им нормально. Что-то там находят, выискивают. Юня ямку закапывает. Благодать. Юнь. Ох, она вчера котов гоняла тут. Ой-ой-ой, как она ревнует к своей территории. Защищает конкретно. Потому что, видимо, ей с Барсиком жилось не очень хорошо. Барсик ее так поругивал. И она теперь не хочет никого на своей территории. Боится, чтобы снова кого-то мы не взяли. Приблудился к нам Барсик года три назад. Он уже отошел. Очень сильно болел, лечили. Ну, кота жалко было. Мы его брали с собой в город. Есть видео на эту тему. Он стоит, сторожит. Гусак. А эти тут резвятся. Все, надо за работу в понедельник на участке убраться. Работы всегда хватает. А эти пусть пасутся здесь. Всем добра. А Юнька вон ходит по своим заугольям. Да, Юня, мышей подёсла, и травку он кушает. Тимофеевка. Похожа на пыри. А может, не Тимофеевка. Вот она траву. Звери знают, где им витамин взять, где им поесть, где им поймать добычу. Молодец, Юня. Как бы квартирная домашняя кошка зимой, а до поздней осени она здесь. Ну, такие у нас природы здесь красивые. Всем добра, хорошей недели.